Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Джека Фрост, это просто Джек Фрост. Всем здравствуйте, продолжаем наши покатушки. Я рандон-дон, типа того. Так, вернуться в город. Да, сейчас мы как бы за нуднятиной будем заниматься. Сейчас мы... На догонах нам еще далековато сейчас. Так, я не понял. Эй, ты слышал? Туннель на старый город только что расчистили. Гони туда. Созвонимся. Да окей, слушай, у меня тачка, мягко говоря, не... Мягко говоря, не очень, блин. Так, ей нужен что-нибудь. Бабло валяется. Просто, блин, я не знаю, вот... Короче говоря, что мы сейчас будем делать с вами, ребята? Еще один информация. Магазин запчастей. Вот как раз туда мы едем. Сейчас мы туда и едем. Я даже не буду читать, потому что как бы... Ну и понятно, что там все самые крутые няшки-плюшки. И вот, собственно, он сам. Все просто деньги забрали и вот так вот пафосно въехали в гараж. Вот так вот. Добро пожаловать на распродажу запчастей. Выбор не ахти, но зато тут открыто круглые сутки без выходных. Посмотри, может, что-нибудь и откопаешь? Сейчас. Таких запчастей еще нет на складах. Это тебе не заводская штамповка. Так, и сколько у нас Бабленского, кстати говоря? Кстати... Да хорошо трындеть, елки-палки. Блин, вообще, мне такие звуки прям... Хорошо, стоимость 1000. Ну, я не знаю, что она прибавляет, но мозги надо прошивать, да. Тут убираем. Ну давай вот этот рейсинг возьмем. Так, это... Обнови блок управления двигателем. Авось в табуне у тебя под капотом появятся новые же ребята. Так, 350. Да вы серьезно? Ладно, давай вот эту... Давайте вот эту купим. Игры сейчас Баблинского вообще... Особо нет, а привет. Смотри, привет. Не давай шатуну разболтаться. При нормальной трансмиссии, да при такой мощности, трасса под тобой будет гореть огнем. Да что-то незаметно. Давайте попробуем поставим. Игры у нас катастрофические. Подвеска помогает контролировать машину на поворотах. Поэтому не стесняйся и бери лучшую. Хочешь, чтобы машина поехала? Впрыскивай закись азота. Так, нитро ладно. Это зверь. Пока у нас на другой бабла нету, ладно, поехали. Там кто-то говорил про дрифт. Я видел просто, сейчас заедем, кому-нибудь жопу надерем. Потому что по-другому я это назвать не могу. Так. Так, поехали. Может пободрее несется. Блин, эти пафосные просто. Ну так вот зайти пафосно ставили. Ну чё, девочки, готовы? Ой, да ладно, не свисти. Бывало и хуже. Ну, спасибо, мужики.
душу на душу. 10 тысяч на металл. Ну, чё рарю вообще? Вот просто король бог дрифтинга, блин. Не знаю, какие же эпитеты подбирать. Я не понимаю, кто там такой дерьмо. Денис, это не дерзкий такой. Ну это и фигня. Да блин, да. Марк там, наверное, головой бьется, а вот везде, потому что 42 тысячи намотать. Елки-палки. Ну так-то, Марк. Мне нечего со мной тягаться, я здесь лучше. Ну, окей, выбери спонсора, окей. Слушай, тут целая толпа спонсоров. Хочет затащить тебя в профессиональную лигу. Я отобрала лучших из лучших. Выбирай, с кем заключить контракт. Оп, какие спонсоры пошли. Лишь бы кого-нибудь затащить. Так, чё у нас? Тут надо выбирать, если вы этот ребёнок, а все надо ребёнок, кого-то спонсор. Давайте вот этот стрит-дроп. Победу присоединили тысячу. Да не, не все платят одинаково, господи. То есть, вот. Как подтвердить? Да. Нахрен здесь, спонсор увидел, ну, понимаете, талант не скроешь, что называется, ну, что делать? Как бы оно есть. Так, напоминаю, ты теперь сам себе не хозяин. Папики решили, что надо скататься в пару мест. Видишь крестики на карте? Давай, езжай туда и порви всех. Звякну после финиша, салют. Короче говоря, пентаграмма спонсоров. Да понятно, понятно. Да сейчас порвем всех, кто дегрел. Поехали, короче. Видите, тут как в жизни планируешь одно, появляется другое, и ты несешь ему туда, куда тебе просто отправили еще. Ну, спонсор есть спонсор. Спонсор надо уважать. Сообщение, да. На те покраски. Да и ладно. Физник Владимир. О, да. Ну да, детка. Это кольцо. Кольцевые гонки спонсор. Ну погнали. Будем жать горшетку. Погнали. Да блин, колхозник тут едет, блин. Единственное, я так понял, то, что у меня мильная, оказывается. 132 мили. Или да.
Да что такое-то, блин? Там никак, потому что руль блокировался. Да конечно, конечно, блин. Вот. Сейчас мы прикол ради разделить или чего он влепится на такой зоне скорости. Тихо, Карл. Конечно, догонишь ты меня, как же. Едет. Так, ладно, поехали. Не, на Бабинскую набрали и чего? Правильно, да мы... Да модернизировать тачку. Так. Кстати, есть. Есть вариантик, вот как раз. Ну да можно, конечно, GPS включить, но знаете. Когда же. Так, я чуть не понял, что такое. Тут въезда нету, нормально. Так вот. Просто понимаете, когда уже это самое. Когда бабло появилось, надо вкладывать тачку. Единственная глупейшая и грубейшая ошибка, когда продает хорошую тачку. Чем мне нравится Peugeot, она маневренная, она. Закись азота. Ну. Слушай, на чем мы там остановились?
Вай, вай, вай. Вай, 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 не наливай. Блин, я не знаю, вот мне просто по новой звуке вообще не выносит. Так, регулятор давления топлива, да, ставим. Ставим. Топливный фильтр ставим. Так, 1000. Так, движок укомплектован. Так, это укомплектовано. КППшка укомплектована. Подвеска. Улучшенный, берем. Да похрен. Такая, разберемся. Да, 750. Да, всякий себе тут не хватает вернуться в город. Да. Сейчас пободрее, сейчас пободрее будет. У нас машинка ехать. Не надеюсь, что бабла нам еще накинут. То есть мы поставим все-таки заказнить закись азота. Ну это как будет в ближайшем будущем, а сейчас мы едем на гонку. Спонсорские гонки ничего. Так, вот тут извините, но тут я что-то маленько запутался. Да, тут все-таки придется. Ребята, да вы серьезно? Дайте я ему помогу с деньгами расстаться. Сейчас мы сделаем этих парей быстро. Вы даже не заметите. Такие на понтах. Я сейчас вам устрою понты. Я вот сколько. Мне этот спонсор, мне тут... дела, эти собаки некрещенные меня просто отвлекают. Я папа с ним. Тихо, шусти. Спокойно, Карл, все нормально. Мизер в жопу не выигрываем, все нормально. Париж-Дакар начался. Тихо. Да, Карлович, блин, ну что ж ты... Буксок, великая, блин, не знаю. Ну, 300, здесь все.
Да что там? Ах ты, братство. Подожди, это не все гонки. Сейчас последний там будет дикая, дикая бомбящая. Да куда ты, колхозник, едешь-то, блин? Давай, ты вроде не погрузи, блин. Да я понял, ты же спонсор, Карл. Ну, все, сейчас два круга надо отмотать. Я, знаете, вот почему-то кураж поймать не могу, я не могу. Что у тебя? Да я же оттормаживался. Вот-вот, я об этом и говорил. Уже увернуться от машины живу. Ну давай ты еще змейки, блин, поезди. Так, вот и... Так, используем номер С. Тормозились.
короче, это трафик, конечно. Погоня. Так, вот тут надо уже не трупы ставить. Вот тут надо уже не трупы, здесь уже без вариантов. Ничего проплига. Решает, ну, как бы, не бренд, не марка, а те бренды, которые она может выбрать. Так, так, все золото сразу ставим. Ставим комплектующие, да. Так, шины. Так, это на данном этапе. Ну чё, как... Ну, сейчас протестируем, да. Не, ну, я думаю, на профессиональный гонок нам бодишоп нужен. Работает, робот. Еще могу ловить лайфхак, когда так. Кому лень не трупы забирать, можно вот так вот. Ю! И все, у вас нитры. До пятой октавы. Короче, дрянь на нас. Так, проклятие. Так, что у нас по мэпу? Так, у нас стоит проплига. Ну, нам до проплиги пока еще далековато. Включить GPS, поехали. Да елки-палки, ты определись куда уже. Я уже хотел развернуться. Я говорю, нитро это зверь. Здесь уже, товарищ навигатор. Ладно, поедем сюда. Ну, конечно, еще бы не согласился. Я говорю, вот доверяй после этим сюда. После этого всего навигатора, блин. Так, ладно, сейчас еще одна гонка, и нам надо... Ну чё? Удачи. Спасибо. Спасибо. Так, тут главное раскататься.
пока поедем на пешу, одном посмотрим. Потому что я чувствую. Да я... Чё тебя так шатает-то, я не могу. Ой, ну началось, блин. Машину заканчиваю уже. Да твою мать! За нас 58, зачем эти за нас нужны? Вот дурачок. Всегда в гонках надо выбирать удобную траекторию. А не ездить, блин, не давал мне адвенчер. Теперь смотрите, ребята, четко, грамотно. Так, ребята, идите. Ну да, да, да. Потом. Ребят, не давай. Так, сразу мэп. Нам надо с надписью бодишоп. Все. Открой бизнес, потому что блин, серьезно. Ничего страшного, придется поездить, не выкинуть, придется немножко поизучать город. Единственное, могу сказать, ориентир кадров я убрал. Сейчас надо это вообще не в 60 и в 30 вообще. Как он вздумается. Ну да, 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 да. Так, ладно, сейчас. Все, я припарковал, все. Да ладно, шубы. У меня есть такие карманы. Я не знаю, где тут бодишоп, блин, вот эти. Так, пополнить можно, выполняя различные трюки. Господи, я уже об этом говорил, блядь. Не знаю, что можно вот так вот крутиться. Это нормально.
Ну да, вот. И у меня денег повалили. Давай, ёлки-палки, ну! Да твою мать, да твою мать! Я не могу просто с беспределом. Да блин, так текстура, мать твою! Не побеждаешь, будешь больше денег у тебя будет. Ну да. Информацию дуэли. Ну да, я понимаю. Единственный, блин, красный фонарь, вот, понимаете? Вот. Просто надо как-то. Скорее всего, ты есть большой, или блин, он знает. Сейчас придется вернуться. Со мной никто не хочет соревноваться.
Дублинская валяется везде. Ты получишь кадровое ношение, настройка разной мини-паузы. Понятно, распродажа запчастей. Ну понятно, хорошие детали. Так, дальше. Ладно, распривела, поехали. Сейчас начнется расколбас. Не, ну понимаете, не то. Ребята, спонсоры, извиняйте, но пока что не то. Ну а чё, блин, ну какие-то некрасивые, понимаете? Приехали, где? Ну это фиолетовый, ну чё за фиолетовый? Это гараж у нас. Ребята, помогите. Я не знаю, все. Все. Дорогу не взяли. Наконец-то, бодишоп. Кузовные детали, заехать, отлично. Просто вот, понимаете, положился. Если ты не смог как следует разогнать свою тачку, попробуй хотя бы выглядеть круто. Здесь есть для этого все детали. Так, ну по первости, конечно, лучше остановить, да. Задние бамперы. Да вы не охренели? Какие деньги брать, блин? Пороги. А, спойлер, недоступны, ребята, недоступны. Бывает. Так, андон. Ну, сейчас такую пацанскую тачку делаем. Вот это очень круто смотрится. Ну. Вот это очень круто смотрится. И у нас ровно 1000 осталось. Ну вот так мы и прибрахлились. Уже круто, понимаете? В условиях контракта записано, что фото машины должно появиться на обложке DVD. А ребята из Bevious Best как раз ищут нормальную машину для обложки. Да так что прокачай свою тачку до одной звезды визуального рейтинга и можешь отправляться за зелеными. Давай, я перезвоню. Да подожди. Какие зеленые, блин, нэп. Ну,
потом, потом подсуну. Мне теперь покраска нужна, а покраска это скорее всего. Смотрите, сейчас на раз-два как сделаю, блин. Чё это? Ломаный. Ломаный, поломанный. Ну, конечно. Машина особо ничего не значит. Капот и кузовные детали. Ну, поехали, поехали. Чуть-чуть опять пальцы. Что у нас? 3300, ребята. Thank you.
Изменить единицу изменения скорости можно выбрать не нагревая процесс настройки. А кстати, давайте поменяем. Это что-то... Я тогда ошибся, у нас мельник был. Ну да, вот видите, даже сам не играл. Сказывайте, я не знаю, да я не хочу вообще здесь убить. Вот тут можно мне трубку набрать. Магазин сказал Виталий, говорит, я зеленый прожектор. Называем магазин, большая синяя вывеска. Да понятно, зеленый, но красный прожектор нужен. Потому что я видел, но блин. Это пандорезка просто спутала все карты. Да что такое? Так, все отметили, встречать не будем, потому что уже его было. Ну ни хрена себе, пижок, это дикая, блин. Охренеть, видели, на волоске.
знаю. Хочется по красоте приехать на какой-нибудь колхозный, блин, который... Вот он. Вот здесь мы ездили, да? Ну ты, умничка, просто вот заехать. А я здесь смотрю, где-то он, где-то ездил, где-то помню, блин. Ну, выиграл, срубил бабла. Но кто поверит, что ты богат? Машина, как женщина. Да-да-да, если немного покрасил, конечно. И ее не узнать. Так, давайте вот так. Давайте, у нас будет машина женского пола. Вот так, да. Да не принято. А где слои-то, блин? Тормоза. Где, ладно, давайте вот так. Металлик. Так, подождите. Ну, джайн недоступный. Металлик недоступный. Ну, у нас как металлик выглядит, ладно. Чем париться с покраской? Пришлёпни наклейку и привет. Машинка при параде. Прилепи наклейку с именем спонсора. Тебе выгода и ему приятно. Так, как там у нас стрит? Стрит Гроув, как Гроув Стрит. Ну, понимаете, к чему отсылочка.
Так, не тут. Это же написано, господи, что это? Момо? Серьезно? Заборник. А, ну вот как раз, да. Ну, блин, да тихо ты. Так вот все оплачено. И получается вот такая вот машинка. В гараж, да? Так, регулировочка. Это как раз перед гонками, да? Я говорю, шикарно проснулся. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Чтобы уверенно себя чувствовать, я бы сначала погонял по тестовым трассам и отладил машинку под каждый тип гонки. Да, спасибо. Мне кажется, понимаете, Миша, к этому нужно не прийти.
Подвеска отвечает за поведение машины на неровностях трассы и в поворотах. Части подвески должны работать как слаженная команда, поэтому настраивать их нужно все вместе. Сперва стабилизаторы поперечной устойчивости, потом амортизаторы и пружины. Да, само собой. Единственный детали еще из зоопарка, но блин. Тебя ждут серьезные гонки, поэтому сперва советую разобраться с разгоном и максимальной скоростью твоей деточки. Вся эта байда зависит от передаточного числа главной передачи. Впрочем, отдельные передачи тоже стоит подрегулировать. Когда быстро гонишь, тебя будто вжимает в трассу. Это все аэродинамика, парень. Чем она круче, тем лучше сцепление с трассой и круче маневренность. Попробуй поколдовать с этим и посмотри на результат. Да, что-то пока не особо получается. Нитро — это реальная вещь. Закись азота впрыскивается в двигатель, и пару секунд ты летишь, а секунды решают все, парень. Ну понятно, понятно, так. Не, ну давайте тест-драйв, мы же готовимся, мы же... Не просто... Курс мешить едем. Что такое? Нормально. Нормально.
Так. И сейчас просто вот так вот, опа, с корабля на бал и поехали. Сейчас начнется расколбас. Последний круг, как бы сказать, не зацепляет, но поржет, только на это понимает. Все, поймали мы с вами парашек. Игра вот, когда идет, тогда идет. Когда не идет, тогда не идет. Ну, вот это тренировки, да, понятно. Да. Можно там почудачить. Не тренировка, это выступление. Выступление должно быть идеальным и безукоризненным. Победа. Вот. Да, сохранить. Клёво, приятель. Ты всех удивил. На первый раз круто. Теперь не споткнись. Будь осторожен. У тебя появились враги. По-моему, ты готов обзавестись собственной тачкой. Должно быть, спонсоры отвалили деньжат за труды. Я отметила на карте лучшие салоны. Выбирай. И до встречи. Ну да, радуемся победе, аплодируем. Короче, дорогой партнер, ну да. Вот слайд на поступление, я не туда, может, захочешь сменить машину, что-нибудь поприличнее, ну, Рэйчел, ну, как всегда. Только тут ребятам рассказываю, ну, понимаете, вот так. Короче, вот так вот, друзья мои. На этом
Сейчас, короче, перейдем. Надо сохраниться на всякий случай. Ну вот так вот, друзья мои. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Жихрус. В следующем выпуске мы будем продолжать Need for Speed Underground 2 прохождение. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Кому понравилось, еще раз говорю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Жихрус. Всем пока-пока.